ты не исправишь меня, мама, небесная мана. Тут и так много брони, давай не надо. Мы пробиваем варианты, летели птицы. Посадили Михаила, вышел в 30. Менял учитель, мол, пора взрослеть. Учеба прогремела, а я давай петь. Кто за нас возьмется? Боссы и крали. Регион 15, если вы не знали. Такая правда в отражении таится взгляда. Еще бессовестным знал, что петь не надо. Старшие в обносках, любители экстрима. Теперь стыдно перед ними, вырос детина. Кто бы ты ни был, по жизни учись на ошибках. Сколько радости там в черно-белых снимках. Я виноват, но лишь отчасти. Ты знаешь, брат, что я скорее подохну, чем пущу в себя яд. Ничто не вечно, отец уже простился с сыном. И вот я у пропасти над бездонным миром. И злобы не тая, покуда есть надежда, я ухожу просто так. Прощай, лето. За городом полная, а я луна. А я с ветром вдаль, то бишь никуда. Ночи бесследно ведут в тупик. Улетали птицы, я с этим свык. За городом полная, а я луна. А я с ветром вдаль, то бишь никуда. Ночи бесследно ведут в тупик. Улетали птицы, я с этим свык. Со мной наедине моя исповедь. Отплыть тенью текстом на листы. Туда, где души своей истовой. Где жизнь уходит в этажи. Я из города, где нет метро. Где пиздоболом быть западло. Где бабло не стоит ничего. Где в стволе вставлен патрон. Где я взял свой наглый жаргон. Где есть порядок без пафоса у персон. Где уважение к старшим строгий закон. Где для стукача совесть в роли палача. И по-другому их не величать. Где на площади Ильича из детеныша в подростка вырос юноша мужика. Где вастерджи ангел-хранитель путников. Где интуиция оружие от жуликов. Где интеллигенты не отличаются от гопников. Где воруют своих будущих жен и это не тот пикап. Где бурная река Терека. Где пацаны в кроссовках и трениках. Накачанные бездельники считаются с мудростью старика. На своей сторонке как под защитой подельника. Где сосунки уже соперники. Где из друга станешь подельника. Здесь Кавказ, детка, и наверняка с остальными разница велика. Хотя кому как. За городом полная, а я луна. А я с ветром вдаль, то бишь никуда. Ночи бесследно ведут в тупик. Улетали птицы, я с этим свык. За городом полная, а я луна. А я с ветром вдаль, то бишь никуда. Ночи бесследно ведут в тупик. Улетали птицы, я с этим свык. Вы же понимаете, что я вот не угомонюсь же, вот пока вот я не добьюсь вот на фоне какого бита вот это сделано. Господи! Вот какие-то вот у меня даже фразы. Так, я опять чат не вижу. Мазафака. Монотонный спать хочется. Не, слушайте, мне как-то даже подразбудило удивительно. Мне прям понравилось, на самом деле. Вообще интересно, на самом деле, звучит. Но что хочу сказать. Конечно, Эндшпиль как-то, мне кажется, ровнее здесь выглядит и звучит. Вот. Чем, я так поняла, вот Тату, это вторая часть. Вроде как, если я правильно расслышала. Слезы высохли давно. Блин. Сейчас, я найду. Ай. Там весь ваш хейт, это не серьезно, легенда. Мы как Алина Березка, эй. Алина Березка, мы. Алина Березка, что на пряник там, что на розги. Насрать, ведь мы как Алина Березка. Весь наш ген, Алина Березка. Мы легенда, Алина Березка. Экскс, Оксимирон Лифт.
Оксимирон лифт. Ого, вот это нам под... Блин, я даже... Вот я смотрю на себя вот в телефоне, как я двигаюсь, я реально как бабуля какая-то. А, за сколько можете послушать трек? За сколько? У нас 250 ре, вот у нас трек. У меня вообще чат почему-то, блин, не работает. Что за фигня? Вот, 666 нам прислал. Спасибушки огромное за и трек, и за донат. Вообще, спасибо. Красотули. Не расходимся, ребята, сегодня вовсе вообще. Так. Вот ссылочку, да, прислали. А, ну, вы поняли, да? Я нашла. Я нашла, как звучит. И вот, вот начало, вот вы должны сейчас были запомнить примерно, как у них сейчас, я вам напомню. Как звучит? И вот слушаем. Все. Ну, я молодец. Молодец. Не, ну, как бы понятно, то есть там повышенная тональность, да, то есть или, ну, как бы совсем другая аранжировка, но основа, я услышала, да? Вот, ну, какая разница, как бы вообще очень, вот, мне кажется, прям вот спей. Да, мы докопались опять, чат вообще просто ни хрена не хочет фурычить. Докопалась. Да, я не смогла усидеть. Естественно. Нет. Ну нет, тут-то я и разошлась, я вам так скажу. Вот, нет, на самом деле, Хан, спасибо огромное за такую прям, я бы сказала, что-то такое импровизационненько новое. Чё-то. Это Серега там успокаивает свою зерно списком. Ты чё? Ну что-то. Все нормально. Семь от чата у вас идти, да? Ну, мне понравилось. Мне побольше понравилось. Мне поставлю 8. Единственное, как мне показалось, чуть-чуть вот отставал тату от, может быть, ритмики. Не знаю, мне чуть-чуть показалось. Но в целом очень атмосферно.